Дорогие коллеги, как приятно говорить эти слова, без легкой доли иронии, без аванса. На сегодняшний день вы стали настоящими врачами. Сегодня ваш второй день рождения. Сегодня вы приобрели специальность, которая с вами пойдет уже до конца ваших дней. Дорогие друзья, в жизни человека очень важно знать, у кого родиться, знать, у кого учиться, знать, на ком жениться. Да? Поэтому, ну, в первую очередь, спасибо вашим родителям за то, что вы у них родились. Не забудьте им сказать наши самые добрые слова и поклониться за то, что они вас подготовили и дали вам возможность выучиться в нашем университете. Огромный труд, мы искренне благодарны им за это. На ком жениться? Ну, тут, я надеюсь, кому-то помогла наша помощь, кто-то встретил за время обучения свою лучшую половину, ну, кто-то еще, несомненно, это встретит. Ну и, наконец, у кого учиться? Я думаю, что на сегодняшний день вы уже дали себе отчет, что вы учились у самых лучших учителей. Я искренне вам завидую, потому что, ну, я сам заканчивал наш университет, но ваши учителя, не знаю, мне кажется, даже, наверное, лучше наших. Поэтому вы молодцы, что прошли этот путь. Держите всеми руками, ногами, зубами за свою специальность. Вы видите, этот год был во многом решающим годом для нашей специальности, и мы с вами побеждаем. Да? Все будет у нас хорошо. Вы выбрали замечательную специальность, вы выбрали замечательное служение. Я хотел бы вам пожелать, знаете, как в былые времена присягали офицеры, ум родине, сердце женщины, честь никому. Удачи!